Привет! Сегодня я хочу поговорить о тушах. Если вы откроете каталог Oriflame, да и вообще просто на косметическом рынке на сегодняшний день огромное количество тушей, и иногда хочется поэкспериментировать, сменить свою любимую, да, посмотреть, какие есть еще варианты, а иногда просто еще до сих пор не нашел свою любимую тушь. Я помогу сориентироваться, ну, в тушах Oriflame. Я пробовала разные туши. Я покупаю только Oriflame, но если у кого-то из моих знакомых я вижу тушь не Oriflame, я всегда прошу попробовать, потому что, ну, мне интересно сравнить, да, и на сегодняшний день лучше, чем Oriflame, я тушь не нашла. Может быть, и есть, я не знаю, но на сегодняшний день мне больше всего нравятся туши Oriflame. Они все время совершенствуются, очень интересные технологии, разработки. Вот будет тоже новая тушь скоро. Она на генном уровне будет влиять на рост ресниц, в сторону, чтобы ресницы лучше росли, были в лучшем состоянии. На сегодняшний день, да, по-моему, такая технология больше я ни у кого нигде не слышала и не видела. Oriflame вообще одна из ведущих компаний по технологиям, по разработкам и, самое главное, по натуральности и безопасности для нашего здоровья и экологии в целом. Итак, вернемся к тушам Oriflame. Туши в каталоге огромное множество, и я постараюсь поделиться по максимуму своим опытом, да, какая тушь, какой эффект дает, чем она отличается, мои личные впечатления. Ну и заодно буду красить ресницы непосредственно этой тушью, за которую я буду рассказывать, и вы сможете просто сравнивать. Ну, единственное, что надо, конечно, видеть, что, ну, и осознавать, что у всех у нас разные ресницы, и мои ресницы одни, да, там и густота, и длина, а другая девочка накрасит, она просто, ну, относительность, да, то есть на моих ресницах она так, а вы можете примерять, ага, ну если на Ларисиных ресницах это так, то на моих ресницах это будет выглядеть так, с учетом этого, с учетом особенностей ваших ресниц. На сегодняшний день я вот достала все свои туши, которые у меня есть сегодня. Я буду краситься каждый раз разной тушью в разные дни и сделаю одно такое видео, где вы сможете сравнить. Сейчас я накрашена тушью от Oriflame вот в такой красной упаковочке. Код у нее 139.66. И это удлиняющая тушь, подкручивающая удлиняющая тушь для ресниц. Новая высота. И у нее вот такая такая тушь. У нее вот такая кисточка. Здесь, видите, коротенькая и более длинные реснички. Когда мы ей красимся, надо начинать с коротеньких. И вот так прокручиваем длинный. Вот так, да? Раз. И прокручиваем, и на длинную переходим. Получается максимально хороший эффект. А теперь я уже ей накрасилась. Можете посмотреть на мои реснички. Ну, надеюсь, вы свои выводы сделали. И мое впечатление. Вообще, я люблю именно, вообще в большинстве своем я всегда любила удлиняющие туши. Единственная объемная тушь, которая мне очень понравилась, это вот эта. Видите, она у меня такая самая популярная, кстати, уже почти сухая. И вот ей накрашусь последний раз, чтобы вам показать. Собственно, буду уже выкидывать, потому что, ну, уже, в общем, и краситься нечем. Объемная, но она мне очень понравилась. Но она и длиной объем дает. А эта удлиняющая, мне она очень нравится. Это у меня не первая упаковочка, это у меня уже вторая упаковочка. У меня сами по себе ресницы довольно густые, но они не очень длинные и прямые они у меня. И эта тушь вот мне нравится тем, что она удлиняет хорошо, не склеивает и она их загибает. В общем, мне эта тушь нравится, я люблю, когда длина, классная тушь. И каждый раз, когда она заканчивается, я думаю, да, надо будет взять еще раз такую тушь. Классная тушь, я довольна. Ну, с нетерпением жду удлиняющую вот новых технологий. Я, конечно, ее посмотрю. Очень мне интересно. Ну, вот так. Тушь от Oriflame удлиняющая. И пока-пока!